Здравствуйте, вы смотрите программу «Агрочас», в студии Татьяна Молокова. Сегодня будем говорить о государственной поддержке растениеводства. У нас в студии заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Марина Загребаева. Марина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, какие новые, вообще какие формы поддержки аграриев в части растениеводства есть в 2020 году? В республике действует целый ряд форм господдержки в области растениеводства. Это и приобретение техники для целей обработки земли, и внесение удобрений, изыскование, фосфоритование, приобретение семян. У нас есть господдержка, и обычно ее получают по весне, это не связанная поддержка, или как ее называют, погектарная. Возмещение затрат на гектар обрабатываемой почвы. Марина Анатольевна, но у нас сельхозтоваропроизводители, вот кто занимается растениеводством, выращивают самые разные культуры. Мы поддерживаем, в смысле государство поддерживает таких аграриев, которые занимаются выращиванием только одной какой-нибудь культуры, там масличная культура, еще... Независимо от того, сколько видов культур возделывает аграрий, у нас возмещение идет и субсидирование идет на конкретный вид направления. Если у него 5 видов культур, то на все виды культур он получает поддержку. На каждую? На каждый вид культуры. Ну и, наверное, есть какие-то кредитные линии, есть какие-то кредитные продукты. Есть ли льготные условия вот этих кредитных продуктов? С 2017 года в России работает льготное кредитование аграриев. Mm-hmm. Если до этого периода аграрии брали дорогие кредиты и возмещение получали по факту оплаты процентов, и это отвлекало деньги из оборота, тем более в сезонной отрасли это очень чувствительно, то с 2017 года у нас работает льготный кредит. Это напрямую аграрии заключают договоры кредитные с банками. Банки предоставляют кредиты сразу под льготный процент. Это не более 5%. Разницу недополученных доходов банкам возмещает напрямую Минсельхоз России. А аграрии получают эти кредиты либо на текущую деятельность, краткосрочную, например, для весеннеполевых работ. Также могут быть инвестиционный кредит на приобретение техники, на строительство каких-то объектов. Марина Анатольевна, вы сказали о том, что это сезонные, да, в основном работы, но в 2020 году к сезонности прибавилась еще одна напасть. Это вот коронавирусная инфекция, когда наверное, не все аграрии могли работать вот в полной мере, с полной отдачей. Есть ли какие-то меры поддержки вот в данных условиях? Действительно, аграрии не прекращали свою деятельность и не приостанавливалась эта деятельность в связи с коронавирусной инфекцией. Но накладки были определены на первоначальных этапах. Действительно, нужно было урегулировать вопросы логистики, чтобы вовремя были семена и техника доставлены. И не так просто решался вопрос и сбыта продукции. Например, если пищевики имели затруднение сбыта, то понятно, что потребность сырья была другая. В связи с этим на федеральном уровне было принято решение о пролонгации кредитов. То есть кредиты, которые были заключены в 2020 году, они могут быть пролонгированы на целый год. Мы эту информацию постарались до всех сельхозтоваропроизводителей довести. Марина Анатольевна, вы сказали, что есть меры поддержки в части приобретения новой сельхозтехники. Вот расскажите, как это работает, какая система есть? Сегодня сельхозтоваропроизводители, приобретая технику, имеют право на возмещение затрат, понесенные затраты на приобретение этой техники. Первое условие – техника должна быть у них в собственности. Они должны обеспечить ее эксплуатацию и сохранность до конца выработки ее амортизации. Ну и у них обязательно должны быть обрабатываемые земли. Этот год нам дал высокую динамику обновления техники. Здесь большой импульс дал решение главы Чувашской республики об изменении размера субсидий. Если в прошлый год мы возмещали 15%, то в этом году мы возмещаем 40% от стоимости приобретенной техники. И мы видим, что темпы возмещения у нас идут выше почти что на 30%, чем в целом за 3 года последние. Вот вы сказали 40%, но есть реклама, что там, допустим, белорусскую технику можно купить со скидкой 50%. А вот разница 40 и 50 – это как? 40% возмещает республика, и кроме того, 10% производители белорусской техники на основании заключенных соглашений с республикой, гомельские производители, например, дают скидку дополнительно 10%. Угу. То есть помимо 40 плюс 10 скидка по прайсу, итого получается суммарно 50. Угу. То есть очень выгодно. Да. А обязательства какие-то есть у фермеров, когда они приобретают технику? Техника должна быть сохранена, должна
должна эксплуатироваться в течение всего периода амортизационного срока и обязательно должны быть обрабатываемые земли. Угу. Марина Анатольевна, давайте поговорим о культурах, которые выращиваются, да, в Чувашской Республике. И очень много говорится, что у нас Чувашия родина хмеля российского, да, что мы можем обеспечить Россию вообще, российские предприятия хмелем. Но... наверное, не так активно сейчас у нас развивается эта отрасль. Вот какие меры поддержки есть хмелеводству в Чувашской Республике? Ну, я, во-первых, хотела бы привести статистику, что сегодня Чувашия производит более 90% российского хмеля. Действительно, объемы ниже, чем в годы расцвета российского хмеля. Но, тем не менее, хмелеводческие хозяйства у нас есть в республике. Mm-hmm. Они работают. И есть полный спектр поддержки от закладки хмельников до получения урожая. Субсидируется закладка хмель-шпалер. Субсидируется техника хмелеводческая, комбайны, сушилки до 50%. То есть ставка чуть выше, чем классическая остальная техника сельскохозяйственная. Субсидируется до 80% затрат на закладку и уход за хмельниками. То есть вкупе сопровождается весь процесс от закладки до реализации. Ну, то есть такая достаточно серьезная поддержка, да, хмелепроизводителей. Да. Ну, а есть желающие выращивать хмель? Или это вот все на уровне там наших бабушек в деревне? Или как-то вот... Мы видим по статистике, что у нас предприятия обновляют хмельники, потому что нужно не только наращивать объем, но еще и обновить уже существующие хмельники. И в этом году впервые у нас пришел внешний инвестор для работы на этой культуре. Все достаточно хорошо развивается, и у нас есть возможность взять 100% российского хмеля. Ну, хмель – это перспективно. Угу. Для Чувашской Республики? Особенно. Особенно для Чувашской Республики. Ну, смотрите, для того, чтобы выращивать... какие-нибудь различные культуры, необходимо, чтобы почва отзывалась. Да? Нужна плодородная почва, почва, которая может давать хороший урожай. Есть ли в этом направлении у нас какие-то меры поддержки? Как у нас вот в этом направлении работает? У нас субсидируются затраты на изыскование почв. Кислые почвы дают хуже усвоение минеральных удобрений. И понятно, что в республика относится к территории с кислыми почвами. У нас субсидируют сегодня до 90% затрат. Если в прошлые годы субсидировались только мелиорант, сама известь, а она составляет незначительную часть во всех затратах, то с этого года субсидируется сам мелиорант, доставка, внесение. И также республика субсидирует, помимо федеральных правил, известкование у нас идет в рамках федеральных субсидий. Кроме того, региональные есть механизмы. Мы субсидируем до 80% затрат на фосфоритование. Угу. Здесь тоже ежегодно предусматривается достаточно серьезная сумма средств. А что касается масличных культур? С этого года появилась новая субсидия. Мы субсидируем реализованные масличные культуры рапс и сою. Угу. Субсидии идут по факту реализации за последние 2 года. Но есть условия, что должны обязательно носиться удобрения в эти почвы под этими культурами. И второе, что обязательно должны быть районированные сорта, рекомендованы для выращивания на нашей территории. А закупка семян, допустим, как-то поддерживается, помогает нашим аграриям в закупке семян? Да, действительно, есть такая господдержка. Она у нас называется элитное семеноводство. Мы возмещаем затраты на приобретенные семена. У нас идет погектарный расчет. На каждый вид культуры своя ставка. Я не буду сейчас акцентировать. Это можно увидеть на сайте Минсельхоза. У нас в разделе «Деятельность министерства» есть господдержка отдельной строкой, и там каждый вид поддержки расшифрован и в картинках, чтобы можно было схематично понять, какие документы куда нести и каким нужно соответствовать требованиям, какие ставки применяются, и вся нормативная база. Ну вот да, как раз хотела задать вопрос. Мы сейчас столько направлений обсудили. То есть это все есть на сайте Минсельхоза Чувашии? Да, мы постарались переложить все в схемы, чтобы правила были более читабельны и гражданам было легче сориентироваться, сельхозтоваропроизводителям, какой формы господдержки они могут воспользоваться. Ну и, конечно, обязательно консультация. Это мы сами консультируем. И наши специалисты Минсельхоза в районных администрациях. Угу. То есть по каждому направлению господдержки отдельный блок, отдельный слайд, еще и с контактами. Если вдруг что-то непонятно. Да, у нас на каждую господдержку отдельный слайд, схема. И обязательно подкрепляются все нормативные документы, являющиеся основой, базой для получения предоставления
для предоставления этой субсидии. Ну, то есть, кому нужна господдержка, кто хочет заниматься сельским хозяйством, обращайтесь на сайт, там все можно найти. Ну, или мы можем дать консультацию сами, если что-то непонятное в схемах. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Думаю, что для тех аграриев, кто вдруг не знал об этой поддержке, наша беседа была интересной и полезной. Я напомню, что сегодня о государственной поддержке растениеводства мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики Мариной Загребаевой. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.